Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Поздравляю вас всех с новым 2019 годом. Пусть Новый год принесет вам море возможностей, а удача пусть сопутствует вас во всех ваших предприятиях. Здоровья крепкого вам, счастья и радости в новом году. Хотелось мне сделать сначала поздравление с наступающим Новым годом и поговорить об итогах прошедшего года, но... Ну вот, вот так вот. У нас отгнивают китайские соски. И результат, он очень интересен. То есть вот он такой, и в самый неподходящий момент. Ну нет, в данном случае, может быть, он не самый неподходящий, но вот как только соберешься куда-нибудь ехать, вот такая вот штука получается. Это как раз мы собрались съездить в лес, погулять и поснимать видео об итогах. Ну вот, что из этого вышло. Да, сейчас мы будем менять колесо на летнее. Оно немножко поменьше, придется ездить без моста. Вот так вот. Будем как-то это исправлять очень быстро. Никогда не забываем о башмаках. Потому что может быть откат. Так, ключик хороший, конечно. Но без трубы. Так, оно сюда не залезет. Как же мы будем? Так, сейчас переделаем. Но без трубы никак. Надо все ослабить. Вот так, наверное. О, пошло. Очень опасно. Стоит домкрат. Но мы будем делать быстро. Надеюсь, что ничего не случится. И вот, забегая вперед, как раз вот в планах у меня стояло в этом году выпустить несколько роликов про УАЗ Патриот. Ну, наверное, вот этот ролик можно считать началом. Я подписан на канал одного человека, который снимает видео из машины. И вот я решил попробовать тоже снять, возможно, даже поснимать несколько видосиков из машины. Ну, тем более, что эти видосики, скорее всего, будут посвящены УАЗу Патриот, в котором я, собственно, сейчас и нахожусь. В общем, машина на самом деле крутая, хорошая. В смысле, ну, есть нюансы определенные. Ее, конечно, ругают, эту машину. Но кто-то хвалит, кто-то ругает. Я очень хвалил и сейчас говорю то, что я доволен патриотом. И ну, думаю о том, чтобы купить второй, чтобы себе и отцу. Но, опять-таки, говорю, есть нюансы. Ну, это, например, как мы ставим Windows, да, и некоторые, например, вот ставят Linux. И Linux, ну, хорошая система, на самом деле, да, но нужно немножко более в нее вникать и знать, если что, знать, как это исправлять. То есть сервис, в общем-то, я бы сказал, никакой. В общем, ну, можно там что-то делать, конечно, но часто бывают, ну, проблемы. После того, как там в сервисе побываешь, то есть кажется, что тебе должны там сделать все нормально, да, но в конечном итоге получается, что не совсем. А теперь ответственный момент. А то, не дай бог, что. А будем ставить вот это. Киска идет на помощь. Нет, она уходит наоборот. Кск. Иди, помогай. Куда? Ну все, готово. Теперь едем.
искать, кто нам вставит сосок. А пока мы ищем какой-нибудь автосервис, чтобы нам поменяли сосок, давайте мы с вами поговорим быстренько об итогах года вот на канале, да, и о моих планах очень-очень быстро. Итак, я в своем трейлере говорил, что у меня на канале будет блог программирования, бизнеса, политики, будут ролики о проблемах и философские ролики. Я пришел к выводу, что о политике я делать не буду. Ну, это такой вопрос, скажем, не хочу даже какие-то дискуссии на эту тему, потому что в последнее время надоела эта Украина, надоела политика, связанная вот именно с Украиной, и, в общем-то, к Западу тоже очень много неоднозначного, ну, не хочу я эти дискуссии открывать, я думаю, что обойдемся без этого. По религии я тоже, если что-то буду говорить, то в рамках, наверное, бизнеса, ну, как бизнес там с религией уживается, да, но отдельно посвящать я не стану, я просто сам верующий, и я подумал, что это будет нехорошо. Философия, она не всем приятна, и, может быть, что-то будет, но это будет в рамках блога. А так, что мы имеем? Ну, то есть, как бы, блог я сделал плейлист отдельный, программирование плейлист, бизнес плейлист, и, в общем-то, эти три раздела, они, можно сказать, начаты. Что я буду выкладывать еще на канал? Ну, как вы уже поняли, это о своей любимой машине, об УАЗе Патриоте. Видео будут. Там будет очень много интересного, там будут мои доработки, потому что, ну, я не могу так без доработок, то есть, ну, русская машина, если есть, нужно тогда что-то сделать туда своими руками. И я сейчас забегу вперед, я сделаю обзор про бортовой компьютер, который я засунул в Патриот, и как я там боролся со всем этим, и как подключал его. Там всякие камеры, доработки, там связанные с печкой, ну, удачные, неудачные, в общем, я думаю, что будет тоже интересно, ну, техническим людям будет интересно. И я хочу сделать видеообзоры своего программного обеспечения. И здесь будет как бы две группы, то есть... Есть вещи, которые когда-то делались, давно, примерчики. Я тут просто недавно набрел на эти примерчики, вот давно когда-то на ассемблере делал, я там даже. Есть примерчики, которые были на выставке, ну, не мои, естественно. Тогда вот эти чип-тро, интро, то есть такие вот были выставки программного обеспечения. И там были очень маленькие такие ролики. Вот я тоже, наверное, сделаю несколько обзорчиков, потому что это, ну, это прикольно, это показывает интеллектуальный уровень программистов, не знаю, как сейчас, но вот тех программистов, которые были в 90-х, конец 80-х. И вторая группа, второй, наверное, плейлист там, или не знаю, как это все оформится, это о программном обеспечении, которое я делаю сейчас. Забегая вперед, я хочу сказать, что это будет прежде всего такой очень интересный, навороченный интернет-магазин на Java. Ну, не знаю, то есть, может быть, кому-то это будет интересно, а может быть, кто-то, кто будет пользоваться потом этим продуктом, будет обращаться к этим видео. Я кратко буду показывать, как с этим работать, как это работает. Ну, не знаю, в общем, может быть, кому-то это будет полезным. Ну, наверное, вот так по итогам и планам. Я не буду на этом сильно заостряться. Итак, смотрим, что же в конце концов вышло из этой моей поездочки.
Так, ну вот начинается геморрой. Это у нас уже колесо починили. И мы решили его прямо здесь и поставить. Так, вроде бы как-то криво-косо, а что-то уперся. Тут программисты думают, что они только нажимают на кнопочки. А нет. Они не только на кнопочки нажимают. Понятно? Главное, чтобы домкрат не скачал. Это будет весело. Очень весело. Самый такой момент. Гигантомания, да? Гигантомания. Такой трубочкой, смотри, не это. С трубочкой. Такой трубочкой не сорви. А то такой трубочкой, ты можешь так сорвать. Вот я видишь, знаю. Процесс снимаю. Ага. Как друзья китайцы, подарок под Новый год делают. Да я говорю, такой трубой. Сейчас оборвешься. Все хаки. Шпи***ручный. Да. Морозь, то есть хватит тронки этого. Смотри. Только пули свистят по степи, только ветер поет в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь залегла между нами.